Набель Морозов, так что, скорее всего, выступала на очень серьезной боли эта фигуристка. Мы с вами видели и момент столкновения, и кровь на ноге. Герой, вот сейчас говорит Анжелика Крылова. Классный прокат, чего же говорить. А в сложившихся обстоятельствах он получает еще большую ценность. Ну и чтобы мы не говорили, не судачили в межсезонье относительно многочисленных перестановок в российских танцах на льду, мне кажется, что уже сейчас... Ох, какое неприятное столкновение. Ох,